В Хабаровском крае подвели итоги конкурса изделий декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера «Ремесла земли Дырсу». В этом году участие в конкурсе приняли 32 мастера из 16 муниципальных образований. Всего умельцы представили свыше 130 изделий из дерева, меха, рыбьей кожи и других материалов. Среди самых маленьких конкурсантов – 9 юных искусников в возрасте от 10 до 14 лет из Солнечного, Охотского, Ульского и Нанайского районов. В состав конкурсного жюри вошли этнографы, искусствоведы, представители научного сообщества ведущих вузов страны, а также самые известные и авторитетные из народных мастеров. Эксперты оценивали не только внешний вид изделия, но и оригинальность идеи, уникальность техники исполнения. По результатам конкурса победителем в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство» стала хабаровчанка Оксана Баранова. Лучшим мастером традиционного направления признана жительница села Гвасюги района имени Лазурова Анисия Келандзюга. Им присуждена премия в размере 50 тысяч рублей. Обладателями специальных премий стали представители коренных малочисленных народов из Ульского, Комсомольского и Солнечного районов. За свои работы они удостоены премии в 10 тысяч рублей. Среди детей победителем стал Павел Чируль из села Булава Ульского района. Лауреатом признана Чирикова Диана из села Арка Охотского района. Они награждены дипломами и ценными подарками. Видно, что интерес к традициям, культуре и искусству представители коренных малочисленных народов Севера увеличивается. В этом году к конкурсу присоединились 10 новичков. Растет и мастерство самих участников. В своих работах они используют древние технологии, которые передаются из поколения в поколение. Напомним, конкурс «Ремесла земли Дырсу» проводится в крае с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 100 мастеров. Победителями и лауреатами в различных номинациях признан 51 человек.